Так, ну что, здравствуйте, ребята. Здравия желаю, бля. Полковник Бустеренко вас решил побеспокоить в данный момент, бля, в данный, так сказать. Ну, вы поняли, короче. Ебать, я кстати, слышь, я так до сих пор ебучку не смог отмыть. У меня такой зеленоватый оттенок, блядь, и басосинки, блядь. Ну, это типа в общем, в целом. То есть я такой, знаешь, как будто, бля, у меня такой, как будто такой больной цвет лица, понял? А ты не боишься, что ты такое что испортишь? Ты думаешь, что можно? Ну, если краски не предназначены. Не, это аквагуаж, братан. Я не знаю, что это такое. Это тоже. Ну, это что-то типа специально для лица, понял? Нет, аквагрим, блядь. Понял? Специально, чтобы грим рисовать. Блять, рассказываю, короче, Катюхе вчера такой ночью говорю, блядь, малыш, типа, тебе завтра, блядь, приготовлю омлет, ебать, с кофейком. Ну, сначала не буду рассказывать, как ты плакала, блядь. Может, мне еще включить аудиозаписи, блядь. Цыплята, блядь. Нет, расскажу просто, блядь, с момента, что я тебе пообещал омлет, а поздно проснулся, не успел сделать. И она мне сейчас на аватарку, блядь, поставила картинку. Спасибо за омлет с кофе, любимый. И смайлики, блядь, грустные, блядь. Сделайте омлет. Закончи сегодня играть, блядь, сделайте омлет, еще и пизду отлежу, блядь. Говорили? Пусть катился трик онлайна, пиздец, ребята, блядь. Ребята, блядь, пиздец, блядь. Весь онлайн ушел на YouTube. Ну, YouTube. Давайте так, не знаю, блядь, долго, блядь, как говорится, томить не будем, блядь, друг друга. Начнем сразу тогда, блядь, киберспортом заниматься. Какой сегодня, никакой, пацаны, я сегодня не буду уже краситься, я ебал в рот. Я так не смог ебучку нормально открасить, блядь. Ой, отмить точнее. Бля, меня так вырубают, это просто. Ты спать хочешь? Нет, челы вырубают. Че такое миньетка, блядь? Выключаю нахуй. Испытай свою удачу на csgofast.com. Огромное количество игровых режимов, быстрый вывод денежных средств и постоянно розыгрыши с подарками для постоянных пользователей. Промокод на $1 у вас на экране. csgofast.com. Хватит уже быть бомжом. Миньетка — это вишня. Миньетка, блядь. А почему тебя так на вишню, блядь, я не понял? Да ладно, это так. Не, ну что так, блядь, как бы уже что сказано, то забыто не может быть, в любом случае, понимаешь? На вишня — это пиздец, блядь. А что, он тебе ебучку завалил? Что это вообще за хуйня была, типа, то, что вишня, блядь, покидает фрик-сквад? А, да это в шутку было. Она меня доебывала, короче, 10 минут. Доебывала, говорит, Вадя, я игнорю, короче, не отвечаю. Я ей говорю, ладно, что, она берет и пердит. Прям просто жопой? Просто жопой, блядь. И мы сказали, что это неуважение, и кикнули. Блядь, я тебе тоже на нос насрал бы сейчас. Так, здесь и задумался. Я назад инвайтнули, блядь, к сожалению. Но я, правда, это сам взял. Не, дядя, я тебе, бля, буду, я тебе насяру. Да ебать! У меня что-то лагает, что за хуйня, блядь? Ком хуета? Хайпер писи, блядь, мы хуй отсоси, блядь. Хайпер хуета, ебать. Блядь, ну это не я говорю. Хайпер хуйня, блядь. Это мой друг, ребят. Да блядь, что это нахуй? Что, блядь, с игрой сделали, ну? Хайпер хуй соси, блядь. У меня просто нахуй ком зависает, блядь. Это из-за авангуарда ты сыграть не сможешь. У меня ОБС ГПУ 90% жрет, блядь. Так, может, ты в натуре запустил стрим через процессор? Нет, ГПУ это графическая яичко. Чего нахуй? Выбирайте быстрее персонажа, блядь, у меня сейчас комп лопнет. Ой, нормально все, слышь. Все, не лагает? Ну да, заебок. У меня меню, что ли, не тянет, блядь? Сейчас ебу его в рот. Блядь! Все, мы въебали, ливаем нахуй. Пизду, блядь. Мы отсосали, блядь. Хорошо. Да я твою мать! О-о-о-о! Мама, не трешь паскуда, блядь! Ой-ой-ой-ой! Ебать тебя, Сочи! Ебать тебя, Сочи изменила, блядь, дядь! Ёбаный рот, блядь! Пизда ему. Да ебать! Что за хуйта, блядь? Какие-то задроты попались, блядь? Три снайперы, что ли, нахуй? Какие задроты? Это сыновья, мы сейчас их выебем. Мы все тут сыновья, долбоёб. У нас десал, блядь, вылетел вообще просто. Ёб твою, блядь, ебать его Сочи изменила, блядь. А чё это за уёбич? Где мой автомат, нахуй? Балдёжный, блядь. Ёб твою, блядь. Блядь, ебать, мы играем. Чё, пишет, а вы чё, варанки-то забыли? Мама твою. Да что же это автомат-то, блядь? Уебал. Да блядь, задроты какие-то! Да что это за хуй, блядь? Уйди со стрима! Блядь, бежит прям в меня! Что за хуйня, блядь? Я нихуя не слышу, у меня тварь какая-то орёт без кого. И это паблик, ребята. Блядь, там челы вообще нахуй из игры не вылазят, там пиздец, блядь. Нам реально стоит рассчитывать только на одного Виловгеймса. Что он, блядь, жестко заруинит вообще. Все, собрались нахуй. Сейчас я его переиграю, я этим пиздец. Блядь, тут какая-то хуйня едет, блядь. Там чел, блядь, как-то прыгает. На! На! Еще где-то, блядь! Не умри, Серег. Что это? Ёб твою, блядь! На! Ебать, боже, крестики нолики хуярить, а нолика хуярить. Найс. Хорошо! Давай! Все, ставьте смог, я поставлю смог. Батя не сосли. Где враг? Да все, мы разыграемся. Я пошел у него. Да что он влешенный был? Как он видит? Да ебать! Какой-то задрот нахуй! Клаща даем ему просто еще. Блядь, бегите нахуй! Это пиздец какой-то, блядь. Остался один игрок. На, все.
Блять. Блять, завтра мулик просто выходит, слышишь, блять, с такой нарезкой, блядь. Значит, им всех ветер как у нас ебет, блять. И с нашими реакциями, блять. Сделала клаща от бустера Авилона. Там все у него уже, блять, нахуй. Просто. Ну все, там чел уже заряжен, забей. Он уже маме звонит, блять, уже. Мама, я, блять, выиграла. Я позвонил бы, блять. Да что за хуя? Такой нахуй паблик, тут, блядь, надо трениться, походу, бля. Мы походу на праг залетели. Я тебе, бля, буду. Мы сейчас на праг залетели. Нави ждали оппонентов, бля, залетели мы. Иммортал, блядь. Это про, блядь, это Нави нахуй. Бля, сейчас за пузырь ебучий, кто сдуть может? Да ебать! Еб твою, блядь. Минус 40 хп! Блять, я не понимаю, как мы выиграем раунды. Когда мы идем к ним в мидл, они нас ебут, как будто вообще играем, блядь, как будто не знаю. Когда идем в другую точку, блядь, берем раунд вообще на изи. Я знаю через банк. Бля, ебать, я сосу. Сочи, я изменил варданчик. А ты домой не хочешь вообще? Хочу уже, блядь. А ты что, тебя диван заперти, что ли, держишь, блядь? Бля, как зарад, что хоть слава не поехал в это Сочи. Да это хуйня, блядь, ебаная, нахуй. Пиздец вообще. Это же, блядь. У меня очень большая проблема дома, ты скажешь. Ламба или фера? Все короны болеют, красиво. Реально? Да. Бля, да блядь! Блядь, какой же ты ломбомыш нахуй. Как тебе, Данилыч нормально чувствует? Ну там Данилыч, да. А родители? Там, да, там папе вроде, у папы уже вообще все понял. Что, Срога, ты говорил, кстати, про корону? У меня все себя понять. Реально? Да. А в легкой форме или тяжелой? Ну, я не уточнял. Хуя ты мудак, блядь. Это же важно, пиздец. Я не уточнял, у меня просто катка в Валоранте, блядь. Времени не было. Нет, так в смысле, это важно. Ну, тяжелая форма, это беда, значит. У папы подтвердили, типа, то, что 100%. Что, 100%? Что, 100%, блядь? Ты и так, кто же сказал, что у всех корона, блядь? Там форма же есть, блядь.